Ты знаешь, мама, как везде здесь можно жить. Сначала страшно, но привыкли все живые. Здесь лают пушки, словно псы сторожевые. И самолеты кружат в небе, как стрижи. Ты помнишь, мама, я любил играть в войну. Теперь не так, не до игры, и все взаправду. Вдыхаем пороха тяжелую отраву и ходим в смерть, чтобы послушать тишину. Мне часто снится, будто я опять с тобой, зато потом, когда проснусь, бывает больно. Сегодня, мама, мы не пали в этой бойне. Я снова жив, не стал последним этот бой. Ты отмоли меня от вражьего огня, пусть я ужасно далеко. Ты рядом, мама, держусь за нить твоей любви, держусь упрямо. Ты, мама, жди домой живым меня. Ну что, мои родные, кто может быть увидит, кто может быть узнает, привет вам из рядов Новороссии. Не переживайте, победа будет за нами, все будет у нас хорошо. Главное, вы держитесь и молитесь за нас. Хочу передать привет своим близким, своим родным, матери. Майя, здравствуй, со мной все хорошо, жив, здоров, воюю, убиваю этих негодяев. Победа будет за нами, скоро вернусь с победой. Ма, привет, все нормально, держимся, воюем. Всем близким привет, всем, кто меня узнал. Ребятам, которые воюют на передовой, держитесь, ребята, победа за нами. Бог с нами, мы выгоним всех с отсюда. Донбасс победит. Можно? Можно. Так, блин. Кому привет хочешь передать? Сейчас. Хочу передать привет своей матери, своим близким и родным. Мы сейчас находимся в городе Докучаевске, прифронтовая зона. Идут постоянные обстрелы города укрофашистами. Мы даем им отпор, держим позиции. Хочу еще передать всем привет боевым товарищам своим, всем, кто воюет за Новороссию. Мы победим. Бог с нами.